Не вдавайся, кто Как тебе? вы все влезли, я так не понимаю. Ну, три машины. Три. Да, это Фабия Кирилла, а потом Безгина, Ласточка, Пятнашечка, вот, и моя. Но в мою только девчонки садились. Видишь, я красавчик. Да ты четкий вообще. Я вообще не против. В таком случае. Блять, Аня нахуй просто и пальцем тыкнет, и руку на мою руку положит, пока она на коробке передач. А И что за плечо Аня? вяжет. Ну, Войтович, помнишь? Так, блядища, я помню, что она блядища. Которой ты испытывал чувства, а она Да. оказалась блядищей. Да. Короче, Давай. она А прям как мы. какую ты сейчас телку из них описывал? Скверно, очень скверно, очень нехорошо. Черный, я бы сказал. Да. Вот, короче. Потом мы, короче, уехали на Финляндский вокзал. Я хотел по центру прогуляться. Погода, конечно, не шепчет, но На в центре, по-моему, это... финляндском типа пизже или что? Ну, во-первых, мы стояли минут 15 на парковке, Ага. переглядывались, блядь, из машины в машину и спрашивали, куда едем, короче. Я сказал, Понятно. поехали, на Финляндский. Вот. Потому что людей нету уже. Никаких идей. У меня уж тем более, потому что я после работы. Я вообще под эффектом усталости с ними поехал. Не особо-то и хотелось. Но потом как-то втянулся, кофейку выпил, проснулся, и что-то так интересно стало. Чё, как они вообще поживают? Вот. Приехали на Финку, позвонил, короче, Владимир. Владимирский централ, ветер Кисель? северный. Да. Вот. Ну и типа это, может там свидимся, вся хуйня. И, типа такой, А, ну, позвонил он кому? под... А, Ивери. Вот. Пизда. Я с этой шалава не буду общаться никогда, он кричал. Я помню. Вот. Но, скорее всего, он предварительно позвонил Безгину. Безгин-то уже уехал, но без... Работа есть здесь работа. Вот. Ну и... Да, блядь. Поехали обратно, блин. Сука. Весь путь проделали просто зазря. А. Бля, чувак, ну, что я могу сказать? Посмотрел я двенашку, это его мечта, нахуй. Он добился своего. Смысле? Он купил именно то, что хотел. Купешка, братан. Купешка. Ау. На дисках, блядь. Вся Достались мне хуйня. белые диски, короче. Вот. Выглядит шикарно. Естественно, он типа это. Говорит, что это АвтоВАЗ. И он к ней ебется. У него горит чек. У него Я так автомат? посмотрел. Нет. АвтоВАЗ, говорю. Чек горит. Да. Сейчас он за всю хуйню, блядь. Но я, конечно, прикалываюсь. За всю хуйню как бы нихуя. Потому что это все-таки АвтоВАЗ, а не Ауди ВАЗ. Но я готов, Да. если что. Чего готов? Почему? Биться. А, все, готов. Я могу создать, просто надо вспомнить как. Вот. Блин, ну, машина прикольная. Я в нее. Мне не хватило духу в нее сесть, как бы попроситься, да? Хотя, блядь, меня прям распирало пиздец. Единственное, что я попросил сделать, это открыть багажник, потому что лифтбэк, блядь. Она прям глаза мозолила, я хотел посмотреть на нее. В общем, ну и пообщались мы, наверное, исключительно только по Я поводу понял, машины. я понял. Вот, я там пристроился, он там с Ивери разговаривал, они же типа в гараже ее ремонтируют в каком-то, блядь. Вот. Они? Да, они. Ну там еще, скорее всего, Бельгии. Ну, короче, вот компашка, грубо говоря. Ну, можно Так, со сделать стороны... вывод один. Не стало Рената рядом. Вернулся к этому Аре ебаному. Ой, грузину. Ну вот. И, собственно, толсто тебе намекнул, они как бы, ну, короче, Хуя.
Я такого не знал. Так что вот. Я о таком и не знал. Короче, такая хуйня. Общаются они как нормально. У них есть. А, я тоже должен выбрать, точно. Вот. Что ты закупил? Но. Как бы оглядываясь назад, я, естественно, не стал спрашивать, там, что он, а как ты ее. Он сам проговорился, сколько она стоит, но я не тянул из него эту информацию. Угу. Вот. В принципе, 80 там стоит, грубо говоря. А, ну так это вообще нормально. Это нормально, как бы глаза не режут, так что я даже думаю, это не кредит, как предполагали. Ну это по крайней мере реально, да. Так что. Ого, бля. Ого, бля. Так, у меня что-то геймпад отказал. Все работает. Бывает. Да. У меня случается. Блять, опять отказал. Я знаю, что делаю? Нажимаю старые комбинации. И ничего не работает, блядь. Даже другой фильм, блядь. Тогда. Пидорство. Все. Теперь я не хуй. А вот. Ну и казакон деньги как бы вернул. Я не знаю. Ну, тогда думаю, как без кредита. Вот. Вот, но я думаю, с его заработком этот кредит маленький, как бы. Он богатенький. Да, старые комбинации нажимаю и думаю, что они сработают. А я новые нажимаю, и они не работают. Ну, есть еще такая хуйня. Ну, есть еще такая хуйня. Ну, что такая? Алло? Что случилось? Ага. Тебя вообще не смутило, что у меня геймпад отключился? А я чё-то... Есть такая хуйня, есть такая хуйня. Наказывает. Блять, я просто так выкинул раунд. А, потом дольше играем. Я доволен. Чем доволен? Я говорю это. Зато мы дольше играем. Я доволен. Да. Бля, какой же ты же? Не угадал ни туда, ни туда. Ладно, давай так я так. Выиграю что-то. А, нет. Нет, брутал. Не, без брутал. Ладно. О, даже нет. Суммарно я с ними провел, наверное, часов 5 до 3 часов ночи, пока. Хуя себе. Пока я понял, что они далекие дали мне собрались. Вот. А, я узнал, что они катаются, короче, на качельке. Я думал, качельки где-то в городе. Нет, чувак, это Токсово, блядь. Хуя! Я, честно говоря, я, блядь, дикал нахуй. И людей бензина пиздец. Вот. Просто, блядь, триллион денег, я не знаю. Когда я типа спрашивал, откуда у вас, блядь, деньги на бензин? Ну мы работаем, блядь. Да что вы говорите? А мы, блядь, не работаем. Ну они за квартплату, блядь, не платят, они еще такие. Ну да. Чё? Чего? Я сказал, они сосунки. У меня геймпад отключается. А, пизда. А чё, поменяй на другой. О, так это уже второй геймпад. Все, готов. А, погнали. Погнали, говорю, да. Проеду в игра. Заебись, нихуя не работает. У меня все работает, да. Не, я имею в виду, что я комбу проебал. А, вот. Так-то вроде. Он не отключался опять. На комбу я проебал. Хуя ты. Короче, файт.
Чё? Который, как оказались, находится вообще, блядь, в Сестрорецке, нахуй. Чего я вообще выпал, нахуй. Как бы 40 минут езды, говорит, сейчас без пробок, блядь. Ну как бы заебись, да, я рад. Ну, как бы да. Но я не поехал, слушай, блядь. 40 минут туда, блядь, ты знаешь, что мы будем делать там. Да. Я после смены, блядь, я устал. Блядь. Вот. Владимир, короче, решил в Петергоф уехать. У нас еще спор вышел. Где юг, где север, короче. Пока я карту не открыл. И мы сошлись на том, что было нарисовано на карте. Петергоф это юго-запад. Сестрорецк это северо-восток, ой, северо-запад, точнее. А Кронштадт, сам Кронштадт, ну мост, он этот находится ровно на западе, короче, от нас. Вот. Но было довольно забавно, то есть мы начали спорить, где что находится. А я-то помню, что типа по географии я был не самым худшим чуваком. Uh-huh. И в пространстве ориентируюсь неплохо, ровно как и на картах. Uh-huh. Вот. Хотя ты если мне дашь карту Австралии, как у них расположен материк, я, блядь, потеряюсь, нахуй. Ну, потому что как бы... Ты как бы... Всё вытекающее, ясно. Вот. И, короче, такая хуйня. Мне не надо куда-то уехать, блядь. Куда, блядь. Меня это уже не ебало. Ну, блядь, я так нормально поподъёбывал всех. Было довольно интересно. Это лютая фраза вчера была. Я Алексею говорю, да чё, челюсть лишняя, блядь. Ты сказал? Да. А-а-а. Неужели от меня это так нелепо звучит, блядь? Потому что смеялись все, указав на то, что это нелепо звучит от Паши. Ну, ребята просто не понимают, как ты, чем рискует. И ты как бы не сильно понимаешь свой потенциал, прям маскат. Твой потенциал? Даже я ничто. Конечно. Разговор потенциал зашел, блядь. Такая. Вот. Ну, вроде посмеялись. Было достаточно весело. Я даже довольно стал. Вот. Хотя, честно говоря, вся вот эта ситуация... Тихо разочаровывают люди, мои однокашники. Так, ну, как бы сколько лет прошло, они не растут, да. Ну, даже падают, я бы сказал, потому что Аня это вообще отдельный, блядь, отдельный человек. Потому что материться она все так же, как сапожник, как бы, что для девушки. Да, ей полтос будет, такая же, что у меня будет. А ты что думал? Я новых комбинаций, блядь, не придумаю на тебя. Ах ты, ах ты. А, это же медленно. Нет. Блять, ну я нажал же. Да что? А, ты ждал, блять, да? Конечно, нахуй, увидел мои, блядь, тщетные попытки хоть что-то сделать. Ай, блядь, не дотянулся, брат. Ты что делаешь? Ну все, мне пиздец. И в ноги. Ну да. Блять. Я мог это предсказать, конечно. Но нет. Зато я не мог, блядь. Блять, не успел, представляешь, переместиться? Слишком быстро. Ох, как хорошо. Весь скелет? Да. А он ничего.